Через 3 минуты самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Сегодня решится все. Или мы снова команда, или ломаемся. Отдаем момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду. Мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. С годами человек очень многое теряет, но это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. Ты понимаешь, что жизнь — это такая игра, где важен каждый дюйм. Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. Мы вцепимся в этот дюйм зубами. Вцепимся. Потому что мы знаем, сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением. Да, победа! Между жизнью и смертью. В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм. И я знаю, во мне еще есть жизнь. Потому что я готов драться и умереть за этот дюйм. Потому что это и есть жизнь. И мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. Вот и все.